Слушай, мелкий, так мы его подстрелили? Мы с тобой подстрелили этого манечину, который чуть не загрохал вот этого пердоса Владимира... Владимира Пердосовна! Так, иди сюда, иди сюда. Сейчас мы пойдем. Мы его вычислим по следам. Он куда-то вот туда по лестнице. Елена Ветренкина! Елена Ветренкина! Как там вот этот? Владимир Пердосович! Пердос Владимирович, как вы? Как вы поживаете? Да, вроде все хорошо, но стресс огромный, инфаркт мог схватить. Его убить могли. Вот я об этом же, его убить могли, а вот мы с мелким прям в нужную секунду, в нужную минуту сюда прибежали, задели вот этого маньяка, то, что он через окно выпрыгнул. Конечно, ногу себе, наверное, там не сломал, но зато мы его хорошо так ранили, аж кровушка-муровушка пошла. Пердос Владимирович, вы как себя чувствуете? Вы хотя бы живы? Ай, ай, алло, прием! Не очень понимаю. А, ну если живы, тогда хорошо. Тогда давайте сразу приступим к ключевому разговору. Нам надо бежать к этому манечину вот эту вычислить. Елена Ветренкина, отойдите, пожалуйста, там в угол туда. Пердос Владимирович, Владимир Пердосович, тут у нас такое дело. Он же в предыдущей серии мелкого хотел исключить из школы. А мы в предыдущей серии вас немножко, ну, спасли. Ну, то есть, если бы не мы, то вам бы вот это, кукиш с маком бы был, понимаете? Ближе к делу. Да куда еще ближе? Ну, если бы не я с мелким, если бы мы не зашли прям вовремя, когда здесь перед вами стоял маньяк, тогда бы все, ваши внуки бы, ну, все, как бы, дедушку бы потеряли, как бы, все, на похороны там, понимаете? А вы-то завещание, наверное, не успели там всем написать, понимаете? Если бы не мы... Тогда бы эта школа лишилась директора. Понимаете, о чем я говорю? А? Непонятно. Да что ж вы такой-то тупо доходящий. Короче, мы вам задницу спасли? Спасли. Вы мелкого из школы больше не исключаете. Как бы услуга за услугу, жизнь за учебу мелкого. Мелкому просто очень сильно понравилась эта школа. Вот он мечтает, просто мечтает здесь остаться. Вот просто будет меня по утрам и говорит: папа, папа, я мечтаю здесь учиться. Я хочу здесь закончить всю школу. А после школы я хочу начать там работать учителем. Мне очень нравится эта школа. Ну так же, мелкий, да? Ну было такое, было. Было, вот, и мелкий говорит: понимаете, в школе его оставить, не выгонять. Я не знаю, как вам лучше объяснить. Ну это естественно, мелкий остается в школе, он будет моим любимчиком. Ну вот и все, мелкий, вся проблема решена. Мелкий, спасибо тебе большое, дай я тебя обниму. Мелкий, иди, Пердос Владимирович тебя обнимет. Мелкий, да подойди к Пердосу Владимировичу. Пердос Владимирович, ну сядьте, у вас постельный режим. Да все нормально, Елена Ветренкина, не парьте. Да, мелкий, да дай Пердос Владимирович тебя обнимет. Ну ты ему жизнь спас, да. Вернись! Ладно. Короче, Елена Ветренкина, вы там сидите за Пердосом Владимировичем. Пердос Владимирович, вам бы на самом деле присесть куда-то. У вас еще голова 100% кружится после такого шока. Годы-то уже немалые, вот это нервные клетки вообще уже ни к черту. Ну, идите присядьте, Пердос Владимирович, идите, мы с мелким еще вернемся. Все, Елена Ветренкина за вами проследит. Все, давайте. Да, пока, всем пока. Мелкий, скажи пока вот этому Пердосу Владимировичу. Ага. Молодец. Пошли. Приступим. Надо найти манечину. Я не знаю, что ты хотел этим сказать. Может, это был какой-то намек, но намек плохой. Пошли. Так, ну если он выпрыгнул из окна, если мы его ранили, если у него кровотечение, значит, по этим следам мы сейчас его запросто сможем вычислить. А ну вот этот мелкий Холмс! Да, а ну давай, вычисли! Нюхай! Ищи! Найди мне след! Шерлок мелкий! А чё-то унюхал. Не зря он так много дома в компьютерные игры играет. Вот, научился следовать по следам. Так, ладно, давай, пошли. Если маньяк сейчас ранен, значит, он сильно обеслаблен. Если он обеслаблен, это, наверное, самое лучшее время. Так, а здесь куда кровь идет? Вот там. Если он обеслаблен, значит, это самое лучшее время, чтобы его вычислить и чтобы его уже закрыть. Или в тюрягу, или в суд, или вообще его вот это... Ну, тоже кокнуть. Только мелкому не говорите. А он все и так все сам слышал. Пошли.
Подожди. То есть, как я понимаю, он зашел в ресторан? А вдруг он там всех перефаршировал, на салат пустил, на фарш? Пошли! Давай! Маргарита Петровна, Степановна, как вас там по-батьковски? Жива-здорова? Все хорошо? Руки вверх, мордой в пол, ФБР, вот это, как эта фигня называется? ФБР, вот это мой старший, мой мелкий помощник. А он невоспитанный, вот это, мелкий, пушку выкинь! Детдом никто не отменял. Старший майор, вот это, ФБР, это мой младший помощник, лейтенант мелкий. А если на самом деле... Стёпа, Бабзин! Маргарита Петровна и Степанова, как вас там реально зовут? Садитесь. Вы тут черта вот этого в маске не видели с двумя ножиками? Не видели? Или видели? Он, след его крови вот сюда ведет, в ресторан. Кто-то видел? Стёпа, ты видел? У тебя такие усы огромные, мне кажется, через свои усы ты реально на этой планете ничего не видишь. Короче, тут у нас очень сложное происшествие только что случилось. Давайте все на выход, сюда, все вот сюда. В очередь построились, все друг за другом, кроме мелким. Все в очередь, Стёпа, давай, Маргарита, ты первая. Так, проходи, идите домой, быстро домой, закройте двери дома, быстро домой. Так, Стёпа, давай шуруй с Маргариткой, защищай ее. Бабзин! Ты тоже давай. По домам. А у нас с тобой мелкий задача. Он 100% забежал в этот ресторан. Но возможно, он очень скрытный. И возможно, его никто не заметил. Он может где-то то ли под столами прятаться, то ли на улице. Короче, ты обследуй здесь все внутри. Я сейчас на улицу быстро выбегу. Может, где-то в сральнике. Ну, если он там и был, то его 100% смыло. Внутри, иди внутри, смотри, ты тупишь. Ага, кроличье говно, это не то, на дереве, возле дерева. Здесь никого нет, я чуть не могу понять. А где он скрылся-то? Я 100% видел то, что он забежал внутрь. И больше кровавых следов здесь нет. Я чуть не... У меня сейчас галлюцинации были, или я что-то видел, мелкий? Он в сральнике! Быстро за мной! Слушай, собака, мы тебе второй попытки давать не будем. Я даю тебе 2 секунды, чтобы ты вышел с поднятыми руками и ножики выкинул на землю. На счет 2 открывай двери. 2! Он что, реально в унитаз смываться может или что? Я не могу понять. Как он откуда... Вот оно что! Я-то думал, он в канализацию к черепашкам-ниндзям уже спустился. Давай сюда, мелкий. Вот он через... Шо, ты будешь от нас всю серию бегать, или я не могу понять? Так. Сейчас он куда-то вот то ли туда вниз спустился. Мелкий, нюхай, ищи! Мелкий Холмс, ищи! Так. Он, походу, обратно побежал, а, и вот туда за угол. Сейчас. Я устроюсь поудобнее. Что происходит в последнее время в жизни ютубера, это полный дурдом. Просто полный дурдом. К Рикардо зашел. Боже, он решил всех моих друзей перерешать. Вот сколько можно? Рикардо! Рикардо! Ты жив? Да, дорогой, что случилось? Ты вот этого, вот эту собаку в маске не видел? Здесь никто не пробегал? В маске этот петух с 2 ножиками. В грязной одежде. Не видел. Да его кто-то вообще видел в этой жизни, кроме меня? Может, реально у меня галлюцинации? Может, у меня просто кукуха съехала? Я его вижу! Мелкий, ты его видишь? Мелкий его видит. Точно никого не видел? Да, все нормально. Не слышал и не видел никого. Так, ладно. Рикардо, давай на выход. На выход! Мне нужно здесь все обследовать. Давай на выход. Так, мелкий. Смотри за каждым шкафом, смотри за каждой вот этой одеждой, стойкой одежды. Слушай, здесь реально никого нет. Ну кровь же, вот, он же 100% вот сюда зашел. А может, он на втором этаже? А ну давай. Давай. Следи везде, может, он на шкафу где-то, может, он куда-то спрятался, а может, он в гардеробной. Хм.
Если там кто-то внутри есть, я вам советую выйти наружу с поднятыми руками. Я с мелким даю вам 3 секунды, чтобы это сделать. После этого открываю огонь на повал. Мелкий, через 3 секунды открывай. Время вышло. Это что? Вы совсем? Мелкий, ты там ничего запретного не увидел. Закрой обратно! Пошли. Ой, как неловко-то получилось. Уйдите! Мелкий, да, хватит на тёлочек смотреть. Выйдите сюда. А чё же вы ничего не сказали, то, что здесь кто-то внутри есть? Чё вы никто не сказали? Мы-то зашли, мы думали, здесь маньяк. А чё вы находитесь? Ладно. Слушай, Мелкий, это вообще как-то неловко вышло. Сейчас, подожди, надо её как-то задобрить, а то вообще... Поставьте обратно. Извините, тут неловкая ситуация вышла. Извините, держите мой мерч бесплатно. Вы, как я понимаю, здесь мерили вот это мой мерч, да? Держите бесплатно. Вот. Извините, пожалуйста, что так неловко получилось. Фу. Выйдите. Извините, неловкая ситуация. Пошли, Мелкий, пошли. Пошли. Хватит уже зырить. Спускайся. Девушка! Вы бы на самом деле здесь не задерживались, здесь маньячина разгуливает. Если что, я предупредил. Хорошо. Пошли, Мелкий. Вот и так спасаешь жизнь людям. Вот и так выручаю всех в сложной ситуации. Никто даже спасибо не скажет. Никто не поблагодарит. Так. А так вот же продолжение следа. А чё мы решили то, что он забежал к Рикарду в гости? Он туда дальше куда-то побежал. А ну давай, Мелкий, веди меня. Веди, мне пока надо с подписчиками поговорить. Ребят, я честно, я не знаю, что здесь происходит в последнее время. Город ютуберов превратился в какое-то логово маньяков. У маньяка уже на счету 3 жертвы. Если бы не мы с Мелким, которые зашли прям вовремя к пердосу вот этому Владимировну, было бы 4 жертвы. Да я иду, Мелкий! И что самое главное, все это произошло в предыдущей серии. Поэтому, чтобы быть в курсе всего, что здесь происходит, на самом деле я бы тебе действительно посоветовал посмотреть вот эту серию. Подсказка сейчас на нее появится вот здесь. Тыкни! Нам с Мелким нужна твоя помощь разобраться, кто же маньяк. Может, у тебя будут какие-то зацепки. Может, ты в предыдущей серии сможешь найти что-то, что мы с Мелким не заметили. А такое очень даже возможно. А сейчас он к Михалычу, да, забежал? Так. Что это за дичь здесь происходит? Поминки у кого-то или что? Хоронят кого-то? Михалыч! 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 Чё-то мне напоминает этот костюм. Мелкий, держи рогатку. Я тебе отдам твою рогатку. Держи его на прицеле, не спускай. Если он пошевелится, стреляй сразу в голову. Люди! Вот, Рикардо, ты уже тут? Рикардо, сюда! Маргарита Степановна, кто-то, помогите! Все сюда, все к магазину Михалыча! Иди сюда! Ты чё орёшь? Всё, по дороге. А чё вы все у Рикардо дома делали? Короче, я походу узнал, кто маньяк. Это Михалыч! У него такой же костюм, как у этого, как у маньяка! Это Михалыч! Иди сюда, все сюда! Слушай, ты собака! Вот мы тебя здесь спалили, да? Выйди сюда к нам. Не заставляй стрелять. Выйди сюда к нам. Так, все стойте здесь. Мелкий, иди сюда. Стань сзади меня. Михалыч, иди сюда. Давай. Вот туда, вперед. Вот туда, быстро. Вот туда, встал возле этого котла. Быстро. Мелкий, ты стань сзади. Вот там, следи там. А вы здесь стойте. А чё ж ты маску-то поменял, а? Чё ты снял вот эту свою маску хоккейную? Чё ты тыкву напялил? Снял тыкву, быстро! Мы все знаем то, что это ты, Михалыч! Вот мы и вычислили, кто маньяк. Спустя столько серий мы узнали то, что Михалыч маньяк, да? В смысле нет? Подойди сюда ближе! Ты думаешь, я вот этот костюм впервые вижу? Я же его только что видел, вот этого маньяка с двумя вот этими ножиками! Ну чё ты скажешь свое оправдание, а? Да чё я вам сделал, собаки? Это ты что нам сделал? Пацаны и пацантрессы,
Вот кто маньяк! Держите его нафиг! Держите всех всемиром, держите! Пинайте его! Ага. Вот мы, мелкий, с тобой все и вычислили. Значит, Михалыч был, да? Все это до стены не надо ломать. Просто Михалыч за. Подождите, 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 подождите. Отойдите. 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 Ты что думал, то, что если ты маску переодел, то мы тебя не вычислим, да? Ты вот так, наверное, думал. Какую нафиг маску? Тыкву вот эту! Ты хоккейную маску переодел на тыквенную. И подумал то, что раз ты маску поменял, то мы не узнаем то, что ты, да, маньяк? Ты дурак? Я на Хэллоуин оделся. А так вот почему у тебя тыквы везде. Это типа, да, вот это конфеты или смерть, или кошелек или смерть, как он там... Ну ладно, чисто гипотетически, в принципе, можно предположить, то, что ты оделся на Хэллоуин. Только ты не учел то, что Хэллоуин был 31 октября! На улице уже! Середина ноября! Какой к чертовой бабушке Хэллоуин? Ты кукушкой двинулся, Михалыч! Какой Хэллоуин? У нас в Молдовии праздник длится месяц. У вас в Молдовии? Ты молдаванин или молдаван? Кто-то знал то, что Михалыч из Молдавы, Молдовии? Слушай, а как... Меня просто такой вопрос интересует. Я как подписчик Мармока, он же вроде в Молдавии живет, да? Если я не ошибаюсь. Ты Мармока не встречал? Или встречал? Не встречал? Ну и Лохопудина. Ха! Молдаванин этот! Молдаван, а Мармока не встречал! Ладно. Слушай, ну что-то здесь не сходится. Маньяк бежал в эту сторону. Забежал вот где-то рядом с твоим магазином. Совпадение такое, то, что ты тоже почему-то в костюме очень похожего на маньяка. Но у тебя тыква была на башке. Еще ты из Молдавы. Слушай, а может реально маньяк из Молдавы? Я не знаю. Михалыч, если ты что-то знаешь, ради своего святого, миленький мой, скажи мне, пожалуйста, я тебе даю 5 секунд. 4 секунды. 2 секунды. Последняя пуля летит в тебя. 3, 2, 1. Твое последнее слово. Папа. Какой я тебе папа? В смысле папа? Как? Он меня папой назвал? Он заговорил? Мелкий! Отпусти мелкого! Я не хочу стрелять, потому что если я выстрелю, я могу у мелкого попасть. Слушай, ты, мелкий, не делай никаких резких движений. Отпусти мелкого! Я сказал, мелкого, отпусти на счет 1, 2, 3. Ладно, заберите пистолет. Я без оружия. Отпусти, пожалуйста, ради... Забирай кого угодно. Хочешь, Михалыча забери, вот можешь его зарезать. Так только мелкого отпусти. Я пошутил, если... Мелкий. Все будет хорошо. Все будет хорошо, мы с ним разберемся. Так, иди сюда, не делайте никаких резких движений, стойте за ним. Маньячочечка! Маньячечек! Давай мирным путем мы с тобой решим все вот это решим. Представься, я даже не знаю, кто ты такой. Отпусти мелкого! Пожалуйста, он впервые в жизни нормально заговорил. Он впервые в жизни назвал меня папой. И в такой вот стрессовой ситуации. Маньяк, забери, пожалуйста, меня, но отпусти, пожалуйста, мелкого. А-а-а! За родину! За мелкого! Михалыч, ты дурак? Земля тебе пуховик. Больше из вас никто не хочет рыпнуться на маньяка, нет? Я же говорю, стойте сзади меня. А лучше спрячься туда за Степу. Маньячочек! Давай погорим, как мужики. Хорошо? Походу мы с тобой, мелкий, влипли по самые не хочу.